Всем привет, это видеоверсия сайта военное-дело.ком. Пагда поступит на вооружение ВКС России до 2027 года. Журнал «Оборона России» опубликовал интервью с замминистра обороны России Алексеем Криворучко, в котором он заявил о поступлении перспективного авиационного комплекса дальней авиации или ПАГДА на вооружение ВКС России до 2027 года. Криворучко сообщил, что в соответствии с государственной программой вооружения в период до 2027 года на вооружение стратегических ядерных сил также поступят ракетные подводные лодки «Борей-А», ракетные комплексы стратегического назначения стационарного и подвижного базирования. Со слов замминистра, войска противовоздушной и противоракетной обороны встали на боевое дежурство и планируются к закупкам перспективные радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении, а также зенитные ракетные системы ЗРС С-350, С-400 и С-500. Ранее Криворучко сообщал, что новый ПАГДА будет построен с применением стелс-технологий, а основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят бомбардировщику совершать полеты продолжительностью до 30 часов. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военное-дело.ком.